Борьба за квадратные метры в общежитии на Пешоновской 30 продолжается. Напомню, 1 ноября хозяйка 25-й квартиры Валентина Панова обнаружила в доме взломанные замки и двери. Женщина уже обратилась в правоохранительные органы, но говорит, что там отказались ей помочь. Мне усугубили это и сказали, прописка моя и моего ребенка не имеет никакого значения. Хозяин он, хоть квартира где-то 40 квадратных метров, ему принадлежит 29 сотых, но квартира не моя, я не имею права. Все принадлежит ему на основании договора дарения. А то, что я прописана ребенок и он сирота ребенок, никого это не интересует. Как утверждает Валентина Панова, частное предприятие «Труд», на балансе которого находится общежитие, подарило неизвестному человеку 29 из 40 квадратных метров ее жилья. Панова осталась без крова вместе со своей внучкой-сиротой.